Всем привет! И вот у нас финал, наконец-то долгожданный финал. Хотя так быстро время пролетело. Вроде бы недавно только начинали шоу смотреть, а уже заканчивается. Даже немножко грустно. Вот, и да. Сейчас уже прямой эфир. Да, мы смотрим прямой эфир и ждем выступления с двумя заглавными песнями. И, скорее всего, будет какая-нибудь грустная. Да. Печальная. Вау. Красиво такое движение. Oh, 哥哥这一，哦，你老公。哦，买个烂的分粥，那简直是个买便宜的。嗯，哥哥喝的是，哎呀，这是买的分粥。是谁？是谁？Главный вокал. Может, выбирать главный вокал? Да, мне, по-моему, вас растили. Не помню. По-моему. Ой, вот так плечи широкие, ну еще как у пиджак. Ёлчи! Ёлчи! Сэнзэй. Финал запомнил, не будем. Как у меня манжет, да. Я говорю, у меня Айя запоминает. Красивый анимационный. О, женщина. О, прикольно. Не как принца. Да. Теперь выбирай своего принца. Вот столько моих любимых просто. Но все-таки Фанчжоу бьет number one, потому что я прям у меня глаза только его цепляли. Было классное выступление. Да, тебе не кажется, что она напоминала что-то? Да, что-то. Та-ра-та-ра-та-та-та. Как будто. Помнишь этот, One on One песня была? Light, кажется, да? Нет, не Light, а какой-то другой был песня. Вот что-то мотивы похожие. So beautiful. Да. Смотри, у меня проблема. Я могу песню спеть наизусть, мотив,
Но он не вспомнит название, да. Ну вот немножко вот напомнил Ванова. А так, ну, если честно, для финальной песни что-то какая-то она. Не скажу, что прям что-то такое вау. У меня вот этого вау-эффекта не было, например, как в прошлом раунде, когда они выступали с Rebuild или с Tinder. Как-то немножко она такая классная, но... Ну, не для финала. Да, не для финала. Хотя, блин, в этой команде все мои любимки, я прям ждала это выступление. Это как, знаете, как в прошлом году It's Okay и McDaddy. Да. Такой, It's Okay, да, классная. It's Okay, да, It's Okay, It's Okay. А McDaddy как взорвала. Так что мы ждем от второй команды. Да. Взрыв.